Никита, что мне первоначально нужно сделать для того, чтобы стать профессиональным кальянщиком? Должен пройти посвящение. Сын мой, во имя дыма вкусного и вкуса без горечи, во имя бесконечной Нахлы Рол Грей и дымного танжа, посвящаю тебя, великие кальянщики, дарую тебе этот символ. И теперь ты будешь похрещен святым ликом Денниса Родмана. Теперь я настоящий посвященный кальянщик.